Всем привет! Сегодня отвечаю на вопрос, зачем я беру одни и те же орхидеи, одни и те же наименования, в данном случае у нас фаленопсисы, у разных продавцов. Смотрите, на экране один и тот же экземпляр, это фаленопсис эквестрис Pink Pyloric от Mickey Orchids. Вот это один продавец, вот это второй продавец, и вот эти два, это третий продавец, но с небольшим разрывом где-то, так чтобы не врать, наверное, в месяц с покупкой. В принципе, вот эти три горшочка были получены практически одновременно. И вот сейчас посмотрите разницу. Пришлось даже наковыряла мох. У меня закончился мох, уже сколько наковыряла, доложила. Не знаю, не спасает он, по-моему, в таком количестве. Но не суть. Дело не в этом. Видите, как начало все увядать, портиться. Я этим пытаюсь как-то поднять влажность. Знаю, что мало. Скоро получу еще. Но опять-таки больше мха ложить тоже смысла нет, потому что корней практически нет. То, что есть, там есть небольшие остатки, а есть... Вот то, что поднаросло у меня. И вот такая бедося, но это ей уже лучше. Уже вот у малышки листья в тургоре. Так. Уже дело идет на лад. Тут тоже листья стали более плотные, хотя на вид они и вялые. Но вот такая беда. И в то же время получены... Кстати, получены были все практически в одном размере, плюс-минус там даже не сантиметры, а миллиметры. Смотрите разницу, да, то есть дело, ну так лучше будет видно, дело даже не во мне, по сути, видите, корешок растущий, хороший, листья тургор, да, они пришли с мехтравмами, но это никак не мешает жить орхидеи, и вон у нас там даже, вон он, новый корешок еще один растет. Вот такая прелесть. И от другого продавца вот такое вот. Вот новый корешок, прекрасный, растущий, классный. Ну, там, кстати, как бы так показать. И кора. Катается еще один хороший новый корешок, закапывается. Вот еще один растущий. Видите? Прекрасно выглядят, прекрасно себя чувствуют. И вот. Тоже, в принципе, все неплохо. Единственное, как пришел, минус 2 листа сразу дал. Буквально за 2 дня. Но тот тургор наладился, все стало хорошо. Корешков мало, но они есть. Вот такой вот обожженный есть. Ну, в принципе, так неплохо. Вот есть... Вот он рос. У нас пасмурные дни. Вроде бы уже все, что можно, включила на балконе свет, но все равно темно. Так, и корешок закапывается, и вот он выходит и уходит куда-то дальше в горшочек. А давайте... Нет, по дну не видно. Вот, да? И вот смотрим. Один поставщик... Но разные продавцы. Видите, как оно бывает? Вы можете сказать, что вот тут мне, конечно, не повезло. Да, скорее всего, не повезло. И ну, так прям, чтобы с двумя растениями не повезло. Это мне очень сильно не повезло. Ну вот, второй товарищ от того же продавца. Такая, скажем, контрольная закупка. Дела, конечно, получше, но... Но-но. Тоже есть свои минусы. Вот. И вот так вот бывает, купишь у одного продавца, а потом кусаешь локти, потому что уже негде дозаказать. Или в лучшем случае есть где-то заказать, но ждать очень долго. Но ждать, в общем-то, это небольшая проблема. Вот так вот. Плюс, когда новые продавцы появляются, у которых есть хорошие рекомендации, к которым я давно присматриваюсь. Ну, вот такой способ для меня проверить качество. Так что, вот такие вот масявки.
А тут я заказала два, потому что меня вот эти очень напугали. Я с ними, честно говоря, попрощалась и решила заказать два других. Ну и вот в другой группе, в которой мои орхоподруги заказывают часто, я тоже решила попробовать заказать. И взяла один на пробу. Вот такая вот прелесть. Ну а это уже, как я объяснила, решила сделать, скажем так, контрольную закупку вот от этого продавца. И вот такие у меня дела. Всем большое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Забыла сказать, заглядывайте обязательно в описание. Там разные ссылочки, которые могут быть вам полезными. И всем пока-пока.